В колонии поселения оставили южноуральца, который напал на бригаду скорой в Челябинске. Адвокат осужденного просил смягчить наказание для своего подзащитного, а прокуроры же настаивали на отмене приговора и просили направить дело на новое рассмотрение. Напомним, в июне прошлого года врачи приехали на вызов к мужчине, который потерял сознание. Ему оказали помощь, вот только после того, как пациент пришел в себя, накинулся на медиков, схватил за волосы и пытался задушить медработника фонендоскопом. Кошмар какой. Уже скидывается на медиков, нормальный вообще нет. Водитель автомобиля скорой помощи помог коллеге отбиться от безумца, после чего медики спрятались в автомобиле и вызвали полицию. Тогда в ярости безумец разбил стекло кареты скорой помощи кирпичом и попал водителю в плечо. А потом взял палку и стал колотить ей по кузову автомобиля врачей. Дебошира скрутили прибывшие полицейские. Им оказался житель Верхнего Уфалея. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев в колонии поселения. Медику он должен выплатить 50 тысяч рублей, а Челябмедтрансу почти 2 тысячи. И ничего суд менять не стал.